Добрый. Привет. Короче, что ты видел мое видео по поводу этого гравицапы? А ты про этот самый видео? Да, да, да. Таксисты, как он, гравилет? Гравилет, гравилет. Не, ну, я не смотрел так, что там у тебя до конца в этот самый, но самый момент, в конце там хорошо подметил в этот самый, промотать, если, как леска слышно, там реально не надо, так сказать, что-то, спец какие-то программы или что-то чего-то. Слышно, так, ну по звуку, вот смотри, если леску намотают на палочку, да, и на ней какие-то маленькие сучки, так надо так дзэнь-дзэнь-дзэнь летать. Ну. Вот это самое удивительное, знаешь что, никто на это внимания не обращает. Я думал, после этого тут и все станет по нифига, как будто оглохли. А что там, типа, одни пишут, надо наушники одеть. Это ж так слышно, никакие наушники. Просто включил звук, ты смотришь видео, и там четко слышно, как слетает леска. И никто ничего, то есть вообще, то есть парадокс. И вот этот мне смешной момент. Я не могу заснять, как оно там поднимается. Это вообще, бля, я так смотрю. Люди ведутся, блин. Мне это парадокс, поражает. Как бы человек просмотры зарабатывает, тот, это на его совести, неважно. Тот момент какой, тут люди пытались его там через скайп разыскать, и я там свой скайп оставил. Но и я тоже, кстати, я тоже там просил, говорю, выйди со мной на связь. Вот. А вот смотри, даже пусть леску не услышали, ничего не этот момент не показал влет, там хватает момента приземления этой консервной банки. Вот человек, смотри, говорит, сейчас я отключу там питание, да, и диски будут размагничиваться. Вот. Ну, хрен с ним размагничиваться, ладно, хотя он там статические потенциалы подает и переменку там скачера высоковольтная, но у него пусть они размагничиваются. Ну, к примеру, они там, если так посмотреть, размагничиваются за какое-то время. То есть, понимаешь, когда в системе уходит энергия, эффект медленно пропадает, она должна так и раз, и, короче, плавно сесть. А то она висит, потом херак, цель, все. Упала. Ты помнишь, да, вот это? Клемму он снимает, она висит, он куда-то идет там, где-то какое-то время, ну где-то 30 секунд он куда-то идет, и потом она пах упала. То есть это вообще люди, блин, тысячи людей, я смотрю, тысячи людей. Там, ну, 10 тысяч лайков, это 10 тысяч человек поверило в это. Это просто шок. Шок. В этот бред 10 тысяч человек поверило. Это вообще, ну, бля, как это может быть? И причем такой галимый монтаж. Настолько оно галимое, настолько оно сделано просто как-нибудь, бля, и это люди верят в это. Это просто, я в шоке, я смотрю, блин, думаю... Почему действительно вот Геббельс, он был прав, он сказал, говорит, дайте мне все средства массовой информации, я за 3 месяца из любой страны людей превращу в свиней. То есть просто люди очень сильно внушаемые. Людям показать какой-то фокус, и они ведутся, блин. А таких подавляющее большинство, 90% людей, они просто верят в бред. Это, ну как такое может быть? Как бы на любой видеоматериал найдется свой зритель, это первое. И плюс такая тема неординарная, да, интересная. Вроде такого еще никто не показывал. Ну, может быть. Может, я отстал от жизни. Я постоянно смотрю на вот это все, мне это все так поражает, блин. Люди, на самом деле... Как говорится, легче всего, ну, то есть, как бы, раскрутить канал, просто делать, снимать фейки, и все, то же самое, как Криосаны, молнию ловили, помнишь, да? То есть, вот, сделай что-то такое, и все, и ты крутой чувак. В реальности все знают, все понимают, что они забросили на высоковольтную линию провода и оттуда, как бы, за землю. Все это понимают, но все равно ведутся, говорят, нет, они молнию поймали. Ну, тут уже вопрос, как бы, во что человек готов верить, тем более там и пробой специфический у молнии вот этого разряда. Вот, кто, может, баловался, закидывая
провода на высоковольтку, тот знает, как это выглядит. Ну да. Ну, вполне. Ну да, таких людей мало найдется, которые видели, как оно на самом деле пробивает с высоковольтки. Все думают, что это молния. Эти, да, сколько их бы ни делали, все равно люди будут смотреть, как бы тема такая интересная, нестандартная. Ну, не то, что смотреть, но смотреть можно, я сам же тоже посмотрел, но я-то понимаю, что это фейк, а люди считают, что это правда. Нет, просто еще момент такой, если как бы фейк делаешь, ну как бы хоть постарайся там. Ну да. Снять это. Можно было ж поднять на леску, медленно поднимать, показывать, как она типа взлетает. Но даже это не сделал. Или на квадрокоптер поднять ее. А у него, видишь, без вариантов. Но квадрокоптер, наверное, дороговатая для него штука. А вот поднимать там без вариантов. У него там никакой мачты нет. Поэтому у него только вариант растянуть горизонтально леску между двумя деревьями. Ну да. И все. Но кто-то еще идею подкинул, что у него 5-метровая удочка, и он на ней, на удочке, хотя сомневаюсь. На удочке, понял? 5-метровая удочка, типа. Да я понял, но этот самый, под тем углом 5-метровая удочка. Хотя, как мы мог установить, есть-то удочки и подлиннее. Но не важно. Не в этом дело. Слышно, как она слетает. Да, вот отключил клемму, потом идет к этой, ну, чтобы снять леску, и никого это не удивляет. Это, кстати, клуб, кто занимается рыбалкой, они могут слышать, когда, допустим, на катушке вот этой вот безинерционной борода получается, и она там тоже там задевает такой, дзень-дзень-дзень, пошла, если призабросить. Поэтому нормально. Ладно. Хорошо, давай.